лично более приближенными к той игре, которую они ведут. То, о чем мы говорили еще до игры. У них нет перевеса. У них не больше моментов. Это лучший момент сегодняшнего матча. Это лучший момент. И это сейв засылайте даже в национальную хоккейную лигу. Там тоже плей-офф начался. Но Илья Сорокин в данном случае, конечно, мертвую шайбу тащит. Я, честно говоря, не знаю, как вот в таком положении вратарям удается сохранять вот равновесие. Да? Как любят говорить еще, молодежь, как они это и делают. И еще да? реагировать, при этом двигать руками, да, реагировать на бросок, потому что Волский сделал все. Нужно было поднимать шайбу на щитом, а он поднял. А Осова как пас ему отдал на пустые ворота, зрячий.